Графіці проекта «Будь здоровы з птушками» з'явілася на стяне Гомельской средней школы номер 27. Малюнак площей каля 170 квадратных метров выканаў мастак з Пінска Яўген Сасюра. На бетонным полотне 20 видов птушек, якія населяюць Гомельский регион. Ідея стварення графіці належить громадской организации «Ахова птушек Батьковщины». Финансовые сродки выделены международной программой технічнай допомоги. Таким способом громадское объединение популяризует бёрдвотчинг – назирание за птушками. А напередодні обрали птушку символ наступного года. Ей стал великий орлец. Редкой драпежной птушцы погрожает глобальное зникнение. Одна из наибольших яе популяций у свете гнездуется у Беларуси. Гэта больше, чем во всем Евросоюзе. Зараз великие орляцы уже отлетели на полдень. За их миграцией и перемещениями на зимовцы у Греции и Африцы можно сачыць онлайн на сайте громадского объединения.